Сегодня такое видео, как обновить iPhone до последней версии iOS 12. Много в последнее время было новостей, в которых говорилось о том, что вышла iOS 12, ее преимущества. Ссылку на данную статью я скину внизу под видео. И вот как это сделать, как обновить. Сейчас я продемонстрирую. Заходим в настройки, заходим в основное обновление программного обеспечения. И вот у меня iPhone 7 сейчас на обзоре. И проверка наличия обновления. Сейчас посмотрим, даст что-нибудь или нет. Ну, если вы можете видеть, стоит iOS 11.4 и пишет, что установлено новейшее ПО. На презентации было сказано, что iOS будет доступна только в сентябре 2018 года, а те, которые хотят установить, это могут установить бета-версию программного обеспечения. И вот как это сделать? Нашел в интернете инструкцию подобную. Для этого можно зайти на вот этот сайт. Ссылку на него скину внизу под видео. Найти вкладку «Как установить iOS прямо сейчас». То есть надо перейти по вот этой ссылке. Здесь она у нас запрашивает, сейчас одну секундочку. Веб-сайт пытается открыть конфигурацию. Настройки для показа профиля конфигурации. Разрешить. Мы нажимаем «Разрешить». И вот как бы у нас iOS 12. Вот такая вот ситуация. Нажимаем более подробно. Ну и вот эти как бы данные у нас обновляются. Apple Car и Apple какой-то этого. Ну и нажимаем назад и нажимаем установить. Для этого мы вводим наш пин-код. Ввел я пин-код и нажимаю установить. Она у нас еще раз спрашивает, устанавливать или нет. Я соглашаюсь с установкой. Пишет, требуется перезагрузка. Нажимаю перезагрузить. Пошла у нас, получается, вот загрузка, черное яблоко на белом фоне. Ну и пошло обновление до iOS 12. Сейчас посмотрим. Ну, еще оно должно не пошло обновление, а это включается профиль для разработчиков. Вот. Как-то так. Включилась перезагрузка, включился профиль для разработчиков. Нажимаю основное. Нажимаю обновление ПО. И вот, получается, появилась у нас функция. Вот, посмотрите, функция iOS 12 Developer Beta. Ну и написано, то есть весит она 241 гигабайта, загрузить и установить. Ну, нажимаю загрузить, установить. Нажимаю, надо у нас ввести вот этот пин-код. Ну и в результате пошла загрузка и установка. Написано, что обновление запрошено. Ну и сейчас 3 секунды, получается, пока оно пойдет процесс обновления. Вот уже видим вверху строку загрузки обновления. Где-то это 16 минут.
все понимают, как это обновляется, то есть проходит обновление, потом проверка и прочие вещи, установка обновления, и что выйдет в конце, то есть я продемонстрирую. Потому видео прерываю, через минут через 20 как бы продолжу съемки. Ну, получается, очень долго у меня закачивалось это обновление 2С12. И вот написала мне такую вещь. Для обновления требуется минимум 50% зарядки аккумулятора или подключить не к источнику электропитания. Соответственно, зарядки при себе у меня нет. Ну и обновить у меня не получится. В чем еще вопрос? Ссылку, которую я размещу внизу под видео, нужно переходить с Safari, это стандартный браузер в iOS. Ну а все остальное так, как показано у видео. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Удачных вам обновлений. Всем пока. До скорых встреч на канале.